Так, ну что, все меня можете поздравить. 60% диагностики готово. Правда, начинал я с блока DFP, пятый блок, но в лайф-дате пока возникли некоторые трудности, поэтому пока написал два других блока. Первый — это блок комфорта. Так, посмотрим инфо. Так, все понятно. И посмотрим ошибки. Так, 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 а теперь попробуем их стереть. Стирать долго. Ошибок нет, все стерлось. Так, второй блок — это базовый модуль. Покажу его дома, потому что по нему в машине нет ошибок и не будет никакого смысла это показывать там. Посмотрим его номер. Все, номер он его прочитал. Теперь посмотрим ошибки. Так, напряжение блока, обрыв, предохранитель, 1, 2, 3, 4, показывает, что все предохранители в обрыве, потому что снят у нас этот проводочек. Теперь мы его подцепляем на место, все поставили, теперь нам надо стереть ошибки. Все, ошибки стерты. Теперь смотрим еще раз. Осталась ошибка по одному из предохранителей. Вот он снят. И вот его нету. То есть, если мы его поставим на место, сотрем ошибки, то ошибок не будет. Вот пока на этом все. Пишем дальше.